Здравствуйте, Екатерина. И хотела ответить на ваш вопрос по поводу выточки, по поводу, как это все распределяется. Да, часто путаются, это все исправляется слоями. Вот я открыла вашу юбку, я ее тут уже разобрала во всех местах. Мне понравилось, из каких она у вас элементов состоит. Все правильно, замкнутые контуры, все верно соединяется. Вот вы ее нарисовали. Очень часто случается такое, что у вас, например, пропадает одна выточка. То есть вот вы ее видите, но ее не видно. То есть и как с ней бороться? Ну, во-первых, смотрите. У нас есть с вами слои. Вот эта выточка, которую вы не видите, вот она у нас находится сейчас в самом низу. Вы можете прям зайти в слой и ее на самый верх перетащить. Тогда она у вас станет сверху, как я в слоях объясняла, что там вот уровни калечек вот этих. И ее будет видно в первую очередь. Можно выделить объект, группу объектов, несколько объектов. Нажать правую кнопочку мыши, монтаж. И вот они, наши сочетания клавиш. Я это сделаю с клавиш, но здесь вот они написаны, чтобы я их не озвучивала, а можно было посмотреть. На задний план это имеется в виду, что выбранный объект переместится на самый низ данного слоя. На передний план выбранный объект переместится на самый верх, а это будет пошагово идти назад и вперед. Вот смотрите, у меня есть выточка. Сейчас она находится по центру. Вот видно, да? Нажимаю кнопочку Ctrl и квадратную скобочку, она у меня ушла вниз, ее стало не видно. А если я буду нажимать в другую сторону, то она у меня будет путешествовать по моему слою и поднимется на самый верх. Можно остановиться в том месте, в котором нужно, в зависимости от количества элементов. Ну, в данном случае у нас элементов не очень много, когда элементов у нас сотни, то это уже играет большую разницу. Не всегда нужно вытаскивать на самый верх, иногда нужно действительно поменять там на 2-3 уровня. Поэтому это частая проблема начинающих. Учтите, делаем это либо через слои, то есть берем, хватаем и перетаскиваем, либо же это делаем путем правой кнопочкой мыши монтаж, переложить вперед, переложить назад, либо с клавиатуры. Я рекомендую с клавиатуры запомнить просто два сочетания клавиш, Ctrl квадратная скобка, и таким образом взад-вперед вы можете вверх-вниз передвигать. Если еще будут вопросы, обязательно задавайте. А на этом все. Пока-пока.